И в завершении выпуска. Люберцы – территория фитнеса. В городском округе распахнул свои двери новый спортивный клуб. Тренажерный зал, бассейн, групповые программы. В современном комплексе можно найти занятия для всей семьи. На праздничном открытии уже второй в городе территории фитнеса побывала наша съемочная группа. Несмотря на то, что люберчане уже давно знакомы с клубом «Территория фитнеса», открытие еще одного филиала стало для них настоящим событием. Площадь фитнес-клуба более 6000 квадратных метров. В Московской области это самый большой объект данной сети. Один только тренажерный зал внушает своим размером. Одновременно в нем могут заниматься сотни человек. Нравится, что большой, просторный, свободный, нет очередей. Занимаюсь в тренажерном зале и очень люблю тренировка памп, боди-памп. Свою работу новая территория фитнеса начала еще в июне. За это время в клуб записались более 5000 человек. Чуть меньше половины из них – дети. Кстати, для них созданы особые условия. Приучить малыша к плаванию, например, здесь можно с грудничкового возраста. Продолжительность тренировок составляет 30 минут. Занятие проходит в воде вместе с родителем. А в бассейне с температурным режимом до 33 градусов. Большой потенциал, большое желание родителей привести детей научить плавать, начиная от 3 месяцев, заканчивая до подростков, потому что по даже летнему периоду мы оценили большой спрос. Дети в Люберцах тренируются, занимаются и, наоборот, очень даже показывают хорошие результаты. Теперь для жителей северной части города занятия в современном спортивном комплексе стали еще доступнее. А главное преимущество, отличающее его от многих коммерческих объектов – наличие льгот для социально незащищенной части населения. К таким мы относим пенсионеров, многодетные семьи и инвалиды. Мы им предоставляем помесячную оплату абонементов, и они могут по льготной стоимости там, до 2000 рублей в месяц приобретать и активно пользоваться услугами. Для многодетных семей третий ребенок тренируется совершенно бесплатно. Для того, чтобы воспользоваться льготами, достаточно показать сотрудникам клуба соответствующие документы. Кроме того, администрация городского округа, в свою очередь, ежемесячно предоставляет жителям 50 бесплатных абонементов. За этими абонементами жители должны обратиться в администрацию и уже администрация нам предоставляет списки. По статистике, более 10% жителей городского округа активно занимаются в фитнес-клубах. И это неудивительно. По праву признанной самой спортивной частью Подмосковья, люберцы также считаются основоположником бодибилдинга. Таким образом, город сам по себе является территорией фитнеса. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.